Клубные чемпионаты Азии по гандболу проходят в Алматы. Отметим, что первенство континентом проводится в стране второй раз. Наряду с командами из Индии, Ирана, Ирака, Узбекистана и Южной Кореи нашу страну представят две команды – Алатау Арулалы и Дастык. Последняя, кстати, в предыдущих встречах уступила только южнокорейской команде. Участников наших клубов уже приметили тренеры национальной сборной. По их словам, почти все спортсмены, принимающие участие в первенстве, в скором времени получат приглашение. Эти соревнования организовываются для того, чтобы мы могли больше сделать соревновательного процесса и готовиться к ответственным нашим стартам, которые будут в Инчхоне, в Южной Корее. Официальный чемпионат, 19-й чемпионат Азии, квалификации на чемпионат мира в Данию в 2023 году. И еще на следующий год у нас предстоят старты Азиатские игры и отборочные старты на Олимпийские игры.